Всем привет! На связи интернет-магазин Автоэлектроник 63. Установили вот очередную магнитолу Red Power с диагональю 9 дюймов IPS матрицей в автомобиль УАЗ Патриот. УАЗ Патриот здесь стояла изначально тоже система на Android, но был маленький экранчик. Ну и по звучанию она была так себе. То есть клиент здесь хотел добиться именно хорошего качества звука, сделан на это акцент. Здесь поменены динамики, установлены динамики GL, вот, и установлен усилитель Zapco. Вот. Вот так вот она здесь встает, то есть никаких щелей, никаких, скажем так, кривых зазоров, либо еще что-то, даже можно вот так вот сделать. Вот, то есть все четко. Магнитола смотрится очень дорого, так как она глянцевая, а у нее 2,5D стекло. Вот, то есть выглядит она, конечно, очень шикарно, по сравнению особенно то, что было. Вот. Встала она, то есть ничего не дрожит, ничего не, как сказать, скрипит. Вот. Здесь полноценная магнитола, но серии Split. У Red Power есть такая серия, то есть там разделенка, экран и тушка. Тушка за магнитолой находится. Она расположена не горизонтально, а вертикально. Вот. Потому что физически здесь никак другую магнитолу с обычной задней частью не поставить. Вот. Что касается, скажем так, минусов. Для того, чтобы подключить кнопки на руле, нужен специальный адаптер. Камера у нас без динамической разметки и не выводится парктроник, так он здесь в кане присутствует, то к данным магнитолам пока нету ни канблоков на УАЗа, вот, ни операционки нужны, чтобы это все отображалось корректно. Ну, то есть кнопки мы подключили. Вот. Здесь у нас все работает нормально, все адекватно, то есть все кнопки программируются. Вот. Так, где у нас радио? Ну, по функционалу, я думаю, объяснять здесь нечего, то есть рассказывать точнее. Это тот же Android, вот, Android 7 на данный момент. Так, интернет мы раздаем через Wi-Fi. GPS-антенну не стали использовать штатную, то есть вывели ее вот сюда. Только здесь обогрев стекла, стойки довольно-таки, как сказать, пологие, и, соответственно, не стали рисковать ее туда куда-то запихивать. Разместили на панели, как бы она здесь не мешает. Микрофончик вывели сюда. Вот. То есть выглядит все это вот так вот аккуратненько. Дальше. Что у нас еще? Это два USB. Теперь нормальной длины, потому что у штатной он где-то заканчивался вот тут вот. То есть это было ужасно на самом деле. Вот. Теперь здесь два нормальных USB-шки, которые даже водитель сможет без особого труда поменять. Вот. По качеству звучания, конечно, тяжело будет передать через телефон, как это все звучит. Так, где у нас? Вот. Так как здесь DSP процессор, теперь здесь настроенная сцена, задержки непосредственно, эквалайзер здесь для каждого динамика, скажем так, подогнано, чтобы даже на большой громкости, то есть здесь у нас для задних и передних динамиков разные настроечки. Повторюсь, эту магнитолу сюда установили для того, чтобы именно получить качественный звук. Потому что в акустику здесь вбухано порядка, по-моему, то ли 50, то ли 60 тысяч рублей. И, соответственно, клиент был готов уже, как бы, чтобы было нормальное головное устройство. И, соответственно, оставить функционал андроида. Но здесь вникать как бы в штатную я не стал. Здесь экран, соответственно, получше, качество звука получше. По функционалу, по-моему, они одинаковые, ну, по андроиду. Вот. Как бы здесь только сравнивать. Так, где у нас?
здесь RGB подсветка у нас. Да, как мне здесь сейчас не видно будет. Вот. Яркость, соответственно, тут на кнопочку ее сделали, чтобы она регулировалась. Вот. Ну и в принципе, если только послушать. И ты уходишь, будто бы я тебя попросил. И я вроде как счастлив, но явно к тебе привязан. На нашей улице сказки, фонари для нас не гаснут. Можешь продолжить нести чушь, легче не станет никому. Так что прыгай ко мне, пока я ловлю. Да ладно, я словлю. И пускай капает, капает с неба. Иду в мокрый косок, тебе где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Вот, клиент сейчас придет, конечно, оценит, как это все звучит на его слух. Вот. А пока, в принципе, все. Шумоизоляция здесь у нас выполнена с нашими партнерами. И установка акустики — это ПМР-сервис. Вот, в городе Самара. Установка магнитола непосредственно нашими силами. Вот. Так, камеру показывали. У камеры можно нарисовать еще линии парковки, чтобы они соответствовали. Поэтому, потому что вот эти, я так понимаю, это универсальные обычные линии. Вот, соответственно, сейчас будет надо подрисовать. Вот. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 800 744 63. Вот, ответим на вопросы. С ним как, где заказать. Вот. Либо к нам на установочку. Все, большое спасибо. Всего доброго.